летним мы наносим декоративную краску или декор. Перед этим наши стены уже прогрунтованы и покрашены краской. Вот. Сейчас мы наносим первый слой. Первый слой наносим на сдвиг, для того, чтобы создать уже перламутровое основание. А после этого мы будем наносить второй слой, придавая лицо. Вельвет имеет бархатистый матовый вид, шикарно используется во всех помещениях, в том числе и кухне, так как хорошо моется. Вот. Таким вот наносим. Уже видим, он бархатистый, хорошо. Да. Имеет первый класс укрывистости. Вот. Мы ее использовали специально для того, чтобы много не делать подходов к стене, чтобы два раза не красить, а за раз перекрыло и все хорошо. И чем матовее краска, тем лучше на ней бархатиться. По мере подсыхания сам материал уже начинает более красиво переливаться.